Дружный коллектив телеканала «Самара ГИС» в стороне не остается. Мы вместе со всем городом выходим на уборку, чистим, моем, убираем. И даже о птичках заботимся периодически. Вот такие кормушки вешать будем. Между прочим, ручная работа. Эти островки общественного питания для пернатых – дело рук нашего пиар-менеджера Алины Белоусовой. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Я взяла пластиковую бутылку, и чтобы ее не выкидывать, декоративно украсила елочными шишками, еловыми ветками. И такая замечательная кормушка у нас получилась. Без внимания и прилегающую территорию не оставили, подметали, убирали. На время наши сотрудники сменили амплуа и из студийного павильона и кабинетов вышли трудиться на чистый воздух. Мы всегда, наша телекомпания, выходим на уборку нашей территории, потому что, ну, мы за нее ответственны. Кто, кроме нас, это все уберет? Ну, это здорово, мне кажется. Так, совместный труд облагораживает. Час работы, и все буквально блестит. Красота-то какая! Лепота! Помочь сделать Самару еще чище можете и вы. Ближайший общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Поэтому дома не отсиживайтесь, присоединяйтесь. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.